Здравствуйте. Как дела? Нормально. Ринат Зарипов и Людмила Неклюдова – подопечные Центра социального обслуживания «Благодать» с ноября прошлого года. Оба инвалиды, живут в маленькой комнате вдвоем. Назира Ширгазина сразу же взяла их под опеку. Несколько раз в неделю она навещает пару и помогает им по хозяйству. На этот раз пришла с полным пакетом продуктов. Автономная некоммерческая организация «Благодать» заключила договор с благотворительным фондом «Изгилек», которая оказывает адресную социальную помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам, у которых минимальный размер пенсии. В этом году продуктовые наборы получили 14 подопечных центра. В них входят самые необходимые продукты с длительным сроком хранения. Как говорят сотрудники Центра социальной поддержки, по велению сердца помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, может любой желающий. И это не обязательно должны быть продукты. Например, одному инвалиду купили так необходимый ему чайник. А вот этой семье неравнодушные люди помогли с приобретением дивана. Этот диван хороший вообще. Диван отличный вообще. Очень хороший. Александра Котикова, Азат Давлетшин. Время новостей.